вот в очень тесном контакте находиться с тем, чтобы, так сказать, действия менее крупного государства или политика менее крупного государства не приведет более крупное к необходимости вовлекаться в чужой конфликт. Это все очень, очень сложная материя, но я говорил об этом. Россия сегодня не будет вступать в конфликты, защищая другие государства, если это не будет прямо угрожать ее собственной безопасности. Ну, например, если будет вторжение на территорию Белоруссии, можно смело утверждать, что Россия выступит немедленно. Но это не означает, вот одновременно с армяно-азербайджанской ситуацией, есть ситуация между двумя другими союзниками России, Киргизией и Таджикистаном в Средней Азии. И об этом конфликте вообще очень, очень, очень мало говорится в России. Ну, то есть о нем говорят, но, в общем, глубоко никто не погружается. Хотя это два союзника, каждому из которых, опять-таки, с Арменией есть отдельный договор, кроме ОДКБ. С этими государствами существует только общий договор. Но действия России гораздо менее активны, чем в отношении армяно-азербайджанской ситуации, поскольку, ну, это менее, считается все-таки менее приоритетная, что ли, конфликтная ситуация по сравнению с армяно-азербайджанской.